Меня зовут Юлия Тимофеева. Я основатель и руководитель сети детских лофтов для праздников «Чудо-чердачок». Мы работаем уже 10 лет, находимся в Москве и Московской области и занимаемся организацией детских праздников под ключ. У нас свои площадки, большая игровая зона, штат актеров, штат декораторов. В общем, есть абсолютно все для идеального праздника для детишек от 0 и до 10-12 лет. Я в студенчестве работала аниматором, потом переехала в Королёв и поняла, что в нашем городе абсолютно нет классных заведений для детских праздников. И решила попробовать открыть свое заведение. Первое время работала там аниматором, абсолютно одна, да, мне помогала свекровь, но других актеров у нас не было. И так потихонечку мы выросли до штата в 40 человек. Сейчас у нас уже 7 площадок, команда актеров насчитывает около 30 человек. И дальше продолжаем расти. За 10 лет, конечно, было очень много различных трудностей. И это и проверки. У нас были налоговые, пожарные, Роспотребнадзор. Была также съемка программы ревизора, проверка программы ревизора, которую мы прошли, очень гордимся. Были разные сложности с уходом сотрудников, с бурным ростом, с пандемией, конечно же, и с разными другими геополитическими проблемами, которые однозначно повлияли на бизнес. Но со всеми вызовами мы стараемся бороться и стараемся минимизировать урон от всех проблем. Уже с опытом это становится делать легче и легче. Прежде всего, мы работаем в CRM Bittrex24, да, что помогает нам полностью вести в одной сделке клиента, видеть все касания с клиентом, переписку, звонки, договор, предоплата, все видно в одной сделке, что очень, конечно же, удобно. До этого мы пользовались Excel, да, это было не так информативно. Ну и с ростом мы поняли, что больше, используя наши таблички, мы уже не справляемся. Отдельно отмечу task management, задачи, которые мы ставим внутри команды, они больше не теряются, мы четко видим сроки, четко видим условия выполнения задачи, что тоже активно используем внутри нашего бэк-офиса. Не бойтесь проблем, любую проблему можно решить, какая бы сложная она ни была, все решаемо, поэтому дерзайте, не бойтесь терять деньги, не бойтесь терять людей, это все опыт, который скажется только положительно на вашем будущем, на вашей будущей предпринимательской деятельности. Удачи!